Получить услуги пенсионного фонда можно дистанционно. Сделать это можно через порталы госуслуги и на сайте ПФР. Однако, если колымчанин хочет проконсультироваться лично, ему нужно на центральной странице зайти в раздел «Электронные сервисы» и выбрать вкладку «Предварительная запись на прием». Заполнить простую форму, указать в ней свои данные, место, тему, дату и время приема. Кроме того, записаться на прием в пенсионный фонд можно по телефону. Для жителей Магадана запись осуществляется по номерам 8-924-690-3731. 8-924-690-3801. Также обратиться за получением ряда государственных услуг ПФР можно также и в офисы многофункционального центра.